Добрый день, дорогие друзья! И, как я обещала, продолжаем разговоры о жизни, о творчестве. Поговорим о том, как стать художником своей жизни. Сегодня я немножко расскажу о себе. 5 лет я уже как рисую, как вышла на пенсию, хотя сама окончила инженерно-физический факультет Киевской политехники. Рисую в стиле реального классического реализма, импрессионизма. А вот сегодня нарисовала картину, вернее, не сегодня, в этом месяце, нарисовала картину в стиле абстракции. Наивная живопись. Очень интересная картина. Смотрится, признаюсь честно, лучше, чем на экране монитора. Такая красочная, живая, потому что я рисую олейными красками и на полотне, плюс додаю лиски золота или драгоценных металлов, такие микроскопические. И картина играет, особенно когда вот свет падает на нее, благодаря вот этому золоту. Але она сама, но она сама по себе даже интересна, дает много до передумывания, дает такую возможность поиска что-то таинственного в своем подсознании. Как же стать художником своей жизни? Как сделать так, чтобы у тебя не только левое полушарие было активно, а и правое творческое полушарие, чтобы ты больше радовался жизни и чтобы ты творил? А творить можно везде. Даже убирая квартиру, тоже можно творить. Только нужно... Ну, может быть, немножко научиться, немножко понять, как это делается, и вперед. Так что, друзья, буду вам показывать, как я рисую, как я вообще радуюсь жизни. Как говорят, душа поет тогда, когда человек любит и творит. Так что вперед! Всего вам хорошего! До свидания!